Всем привет, меня зовут Таня, и сегодня мы с вами рассмотрим второй тип условных предложений в английском языке. В английском языке второй тип условных предложений говорит о нереальном настоящем или нереальном будущем. То есть мы с вами рассматриваем какую-то настоящую ситуацию или будущую ситуацию, которая навряд ли может произойти, но тем не менее мы хотим о ней подумать, как бы так сказать, пофилософствовать. А вот что было бы, если бы? Для того, чтобы построить условное предложение второго типа, в условной части, в части if мы используем прошедшее время, как, допустим, if I did, а в главной части мы с вами используем модальный глагол would и инфинитив would do. Таким образом, у нас получается что-то наподобие if I did, I would do. Здесь, друзья, вы видите, что if и would подчеркнуты красным. Это говорит о том, что на самом деле эти части могут меняться. If, как часть если, может приобретать и другие выражения, как, допустим, when, когда, или in case, в случае, или provided, если, или даже unless, если не. Там есть разные вариации. А would при этом же может превратиться в could, как может быть, или might, возможно. Так или иначе, даже если мы можем поменять вот эти два слова, суть остается такой же. В условной части, где у нас с вами есть условие прошедшее простое время, а в главной части, где идет выполнение этого условия, мы используем модальный глагол с инфинитивом. Давайте же теперь посмотрим на пример. If Michael won a lottery, he would buy a house. If Michael won a lottery, he would buy a house. Если бы Майкл выиграл в лотерее, он бы купил дом. В данном случае мы с вами мечтаем. Мечтаем о том, как Майкл выиграл бы в лотерее. То есть наши мечты направлены на будущее. Он еще не играл в эту лотерею. Но вот если бы выиграл, то купил бы себе большой дом. То есть мы представляем какую-то ситуацию, которая очень маловероятна. Ведь согласитесь, в лотерею действительно маленький шанс выиграть, правда? Или вы выигрывали лотерею, тогда обязательно напишите в комментариях. Но в реальности же это мало осуществимо, поэтому в английском мы будем использовать условия второго типа. В условной части, в части if, которую я выделила зеленым, мы пишем прошедшее простое время, if Michael won. В главной части мы добавляем модальный глагол would с инфинитивом, he would buy, он бы купил. Второй пример, if she wasn't or weren't busy, she could come to our party. If she wasn't or weren't busy, she could come to our party. Если бы она не была занята, она бы смогла прийти на нашу вечеринку. Здесь мы рассматриваем очередную гипотетическую ситуацию на будущее. Вероятнее всего, мы запланировали какую-то вечеринку, допустим, в следующие выходные. Приглашаем всех гостей и узнаем, что одна из гостей занята, очень много работы, и она не сможет прийти. Действие еще не совершилось, и мы размышляем, а вот если бы она не была бы занята вот в тот момент, то она бы пришла, сколько бы, В общем, такое некое фантазийное желание с нашей стороны. И в таком случае мы опять-таки будем с вами использовать второй тип условных предложений. В условной части, в части if, она в очередной раз выделена зеленым, мы пишем прошедшее простое время, if she wasn't или weren't. А в главной части мы с вами пишем модальный глагол could, и посмотрите, здесь мы уже смогли заменить would на could, и инфинитив опять-таки, she could come, она бы могла прийти. Да, друзья, вы можете спросить, почему написано два варианта. Объясняю. Обычно в условных предложениях, в предложениях нереальности, глагол быть используется только в одной форме, в форме were. Это считается грамматически корректным. Поэтому в данном случае нам не важно, есть ли он, она, оно, мы, вы. Мы, по сути, по грамматическим правилам должны писать were. То есть грамматически правильно сказать if she weren't busy. Но в разговорной речи люди на это не обращают внимания, они не хотят усложнять себе жизнь, поэтому они оставляют обычные правила для прошедшего времени. Из she используют wasn't. Так что, друзья, здесь я вам также предоставлю выбор. Wasn't будет более разговорным, weren't будет больше устаревшим, но грамматически правильным. Но, друзья, помимо обычных размышлений на будущее, второй тип условных предложений также используется в устойчивой фразе «на твоем бы месте», которая дословно переводится как «if I were you», «if I were you». Как, допустим, ваш друг получил предложение на работу, вы с ним это обсуждаете и можете сказать «на твоем месте я бы принял это предложение». «Я бы принял это предложение на твоем месте». «I would accept the offer if I were you». «I would accept the offer if I were you». Я бы согласился на это предложение, если бы был на твоем месте. Здесь, друзья, как вы можете заметить, условие и главная часть поменялись местами. То у нас здесь было условие на первом месте, а теперь оно на втором. Однако, это не исключает нашего правила, не исключает правила того, что условие должно писаться в прошедшем простом времени, а главное предложение
с модальным глаголом и инфинитивом. Так у нас получается и здесь. Несмотря на то, что главная часть находится на первой позиции, мы все равно тяготим к правилам. Я бы принял твое предложение. Мы используем I would accept, модальный глагол would с инфинитивом, если бы в условной части прошедшее время. If I were you. If I were you. И да, друзья, здесь вы можете уже заметить, что вот такой вот опции глагола быть я уже не предлагала, потому что часть if I were you является 100% устойчивой в английском языке. Она вообще никак не меняется, поэтому просто ее запоминаем наизусть и вставляем, где нам надо. На самом деле, друзья, второе условие в английском языке используется очень часто, особенно в тех случаях, когда мы хотим узнать, что бы человек сделал в какой-то ситуации, может быть, при знакомствах, когда нам интересно узнать какой-то поток мыслей или на работе. Но, друзья, могу честно сказать, что вот эта русская формулировка «если бы, да кабы» очень часто путает учеников, потому что в русском языке мы можем это говорить как с акцентом на будущее или настоящее, так и с акцентом на прошедшее. Так вот, чтобы вы не путались и чтобы вы 100% правильно выбрали именно второе условие, задайте себе два вопроса, когда вы формируете предложение. Во-первых, является ли это реальной ситуацией, которая действительно выполнима, или нереальной? Если эта ситуация реальная, то мы выбираем нулевой и первый тип условий, которые у меня можете посмотреть вот здесь, я поэтому уже делала ранее видео. Если вы получили ответ нереальный, тогда переходим к следующему вопросу и спрашиваем, связана ли наша ситуация с прошлым или с настоящим или будущим? Если она связана с прошлым, второй тип условных предложений нам не подойдет. Если она связана с настоящим или с будущим, другими словами, она еще не прошла, тогда мы используем вот этот тип с вот этой вот формулой. Надеюсь, друзья, теперь вы разобрались во втором типе условных предложений. Обязательно подписывайтесь на мой канал, если хотите узнать больше уроков об английской грамматике, изучить ее просто и в тончайших деталях. Ну а я увижусь с вами на следующей неделе. Пока-пока!